Всем привет, ребята! Вы на канале Миля Тойс. И сегодня мы будем хомяка доставать. Ну мы и сегодня хомяк 15. Вы знаете, почему один хомяк будет? Потому что я вам расскажу, то Лина, ну это моя сестра, она что-то увидела. И она потрясла эту трубу, и потом хомяк лазил, потом упал на пол. И мы его только одного, черного доставать. Ребята, ну ладно, давайте сначала вещи расставим, а потом я с некоторыми каналами, я с некоторыми видео знакомился каналами. Некоторые за каналами. Я вам сейчас сказала. Давайте зареставлять вещи. Гнасова Черныша. Вы этого зовут хомяка Черныш. Вот, это рыжик. А почему? Думаю, ты его тоже возьмем. Давайте его погладим. Хочешь сама скручать? Вот, я его погладил. Ой, привет, Черныш. Скоро ты у нас жбуя еще. Вот, Черныш, здравствуй, Черныш. Вот. Что ты, Черник, тоже хочешь? Что ты, рыжик, тоже хочешь? Ну вот. Мы же вытащили хомяка самого. Вот. Вытащили. Вот. Так, вот пускай тут будет, где-то тут. Вот. Это будет без домика, потому что... Вы помните, то хомяки все время залезают в домик. Ну простите, то я все время уже, по-моему, неделю не снимала хомяки или хомяк 15. Простите, то я не снимала. Не было времени, я просто на других видео ее тратила, чтобы выяснить. Опа. Лапу давай. Опа. Хомяка погладил. Мама говорит, что я глажу его как коклет. Ну, это смешно как-то. Вон, а Щеринки что делает? Сейчас, по-моему, но домик он неровный, потому что как-то не очень стал. А я в некотором, ребята, видео видела, то такая же клетка, только и вещи там другие какие-то были вещи только. Все. Такие же вещи были. Оп, ой, ребята, она что-то не двигается. Опа. Ой, маленький хорошенький хомячок. Видите, ребята. А кстати, ребята, напишите мне в комментарии. Вам понравилось видео, где я типа чуп съела клубничный и играла в бабушкин телефон. Это еще что-то, но я не очень, я умею читать на английском, но я не знаю, что там еще написано. Просто я некоторые слова не умею читать. Я, кстати, раньше читала сад это, а потом мама мне сказала, что это cat. Я уже умею слово cat писать. Я уже cat умею писать. Опа.
Вообще, у нас только хомяк черный, белый и хомяк, вот, ну, серый и белый. Опа, ну, прикольные хомячки. У нас ириски хомяки. У нас ириски хомяк, а в некоторых видео, которые видела, уже видео, таких я видела, то там джунгарские хомяки. Ну, у меня двое чирийских. Так вы знаете, то у меня только два хомяка. А, я видела это видео, там много хомяков. И меняли их в клетку другую. Ребята, вы когда-нибудь меняли? Если у вас есть хомяк, то напишите мне комментарий. Вы меняли ему клетку или нет? Ну, конечно, если у вас много, ну, 10 штук. Хомяк, куда ты убегаешь? Ребята. Вот. Угадаем. Ой. Да-да. Хочешь? Не хочешь? Ой, ну вот, тут пришла Алина. О, медленно трогает меня вообще. Ой, а зачем? А зачем я тебя веду? Ребята, нет! Давайте уже все. Ребята, на этом видео заканчивается. Сейчас мы уже поставим в клетку все. Хомяк на начало будет тут. Хомяка на первого запустим. Теперь вот так перестаем, выливаем. Ой. Опа. Ребята, я как-то так сделала. Простите, это заснул. Опа. Вот так. Мы сделали. И перевернем клетку. Надо видео заканчиваться. Сейчас, пока-пока. Вы были на канале Миля Тойс. И ставьте лайк вверх, а вниз пальчик ставить нельзя. Там мне правда не хочется пальчик ставить нельзя. Подписывайтесь на канал, на эту кнопочку. Всем пока-пока. Выбирайте это видео. Какое вы хотите. В YouTube выбирайте. Ищите вы из некоторых видео это же видео. Хомяки 10 или хомяки 5. Всем пока-пока.